Засыпали улицы солью и никого не предупредили. Глава города на совещании устроила разнос новому заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову. В выходные в Челябинске подрядчики массово использовали химикаты для очистки асфальта от снега. Хотя дорожников предупреждали, посыпка солью может быть только точечной. Вот мы договаривались с вами о том, что мы сначала оповещаем жителей о том, что мы будем применять реагент. Было такое? Было. Да, она так трудно. Последний раз. Больше я на эту тему даже не буду разговаривать. И по подрядчикам тоже. То есть сначала мы совещаемся, только после этого принимаем решение о применении реагентов. Согласно отчетам дорожников, из Челябинска только за неделю было вывезено почти 60 тысяч тонн снега. С начала года цифра и вовсе космическая – больше 120 тысяч тонн. Почему на крайних полосах многих улиц до сих пор валяются кучи, остается непонятным. Сосредоточиться на вывозе, потому что кучи были вчера и по центру города были, на северо-западе были кучи, и есть. Посолили, убрали колейности, и теперь начинаем убирать до прилотковой части. То есть сначала сгребли опять же в кучи, и потом начинаем вывозить. Несмотря на позитивные отчеты, чиновники выписали подрядчикам 26 предписаний по некачественной работе на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. Мэр потребовал от подчиненных усилить контроль работы дорожников. Если у них не хватает техники для своевременной уборки улиц, пусть берут в аренду.